Друзья, к нам на зону отдыха прилетела парочка вот таких вот красивых птиц. Называется эта птица огонь или красная утка. Это водоплавающая птица семейства утиных. Для них характерно оранжево-коричневое оперение, при этом голова имеет более светлую окраску. Крылья белые с черными маховыми перьями. Красные утки хорошо плавают, а в полете выглядят тяжелыми. Больше походят на гусей, чем на уток. У самцов в период гнездования летом появляется темное колечко на шее, а у самочек обычно есть белое пятнышко на голове. Их голос – это громкий крик, больше похожий на голос гогот гусей. Так что милости просим посмотреть на новых птиц. А эту милую крысу никто не звал, она сама пришла, так как наши утки очень добрые, и они с удовольствием делятся с ней крошками хлеба, которые в изобилии бросают им любвеобильные отдыхающие. В нашем пруду завелась выдра. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.